Видео номер два. Я пришел оттуда, вышел на метро Невский проспект, и вот я снимаю, что здесь есть. Вот она, колоннада. Огромный купол, крест шестиконечный, а не восьми. Идем туда. Я перед входом в собор. Вот эта колоннада. И перед входом мы тут видим изваяние. Смотрите, какие громадные. А вот это у нас кто? Ангел или языческое божество? Ну, там вот библейские сюжеты. С правой стороны тоже вот там вход. Я сейчас пойду туда. С этой стороны вот у нас тоже стоит великолепный гигант. Смотрите, какое качество исполнения. Отлито, или что это, в форме. Еще одно такое же божество сверху. Ангел или что-то другое. Ну и там их много. Вон еще дальше. Наверху библейские сюжеты. Может быть, сделаны позднее. Громадные, великолепные колонны. Так, я иду внутрь. Колонны-то гранитные. Их тут много.
главный алтарь. Мы тут тоже будем выступать, петь. Ну и вот они, мои любимые солнечные символы. Смотрите, там написано Бог. И вот еще ниже тоже. То же самое с другой стороны. На полу восьмиконечные звезды. Храм, посвященный Солнцу. Но больше храм посвящен все же Божьей Матери. Там тоже много солярных символов. Весь свод у них. И там. И тут. Поэтому везде столько солнечных символов. Тут, видимо, переделали, потому что было, скорее всего, вот этот вот круг, звезда, был большой. А наверху, вот у нас что наверху, равносторонние кресты. Без треугольников здесь не обошлись. Зато наверху, посмотрите, восьмиконечный крест. Красивый. Красивый такой, золотой. Целых 5 штук. А это что? Скрижали закона. Жезл Ааронов. Чаша с манной небесной. Ну, это, видимо, библейские вот эти вот артефакты символизируют. Вот они вместе. То, что по преданию находится в ковчеге Завета. Тут много мощевиков. Посмотрите, на главном алтаре колонны сделаны. Они из лазурита. Да, скорее всего, из лазурита. Много крестов восьмиконечных наверху. Посередине вот такое солнце с треугольником. Солнце и скрижали. И посмотрите, какой нимб у Христа сделан. Такой, как бы звезда
из многих лучей. Двуглавый орел хетский. Как сказал Георгий Сидоров, это хетский орел. Ну, это так и есть. Это Николай II икона. Ну и, конечно же, вот еще один солнечный бог написан. Казанский собор, солнечный собор получается. Это еще можно судить и по вот этому великолепному куполу огромному. Половина сферы. Я уже уговорил в одном из видео, что это многие есть ведические храмы. Храмы света. Ну, то есть солнце. Храм солнца. Интерпретация в христианстве. Господь Иисус Христос – это солнце правды. Меня заинтересовала также икона Иоанна Златоуста. На ней изображено и облачение. И вот там очень такие интересные знаки. И вот этот вот знак. Три. Смотрите, три точки. Оказывается, такой символ Троицы встречается не только в православных храмах, но и в храмах других религий, например, буддизма. На этом небольшой экскурс по Казанскому собору окончен. Символику мы немного рассмотрели в этом соборе. Следующие видео будут по улицам, по другим соборам Санкт-Петербурга. До новых видео!